Всем привет! Продолжаем играть. Вторая часть. Вторая серия. Та первая серия у меня загружается на YouTube. А пока мы продолжаем играть в эту игру. Два по человеку у нас, ноль детей пока что. Надо быстрее бы, чтобы у меня родился уже ребенок, точнее, не у меня, а у них. Чтобы Адам и Ева наши дали свое поколение уже в будущем. А чё за фигня? Смотрите, я захожу, а тут пожар. А нам нужна вода. Угу. Стопэ. Вот это неожиданно, если честно. Я же там выбрал стихийные бедствия. Получается, вот теперь такая фигня, да, у нас происходит. А где у нас вода? Вот я вижу колодец. Колодец, колодец. Куда его поставим? Блин, зимой вообще не видно ничего. Вот так поставим. Так, у нас что там? Камень есть. Сена нет. Камня нет, да? Быстрее, 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 быстрее. Сено, сено. Вот добыть сено. Сколько? 15 сена. Давайте 20. Камень. Это же вот этот камень? Да, камень. 10. Походу лачуга сгорит у нас. Нету колодца. Я не знал, что здесь такое возможно. Ладно. Продолжаем. Чем у нас занятый строитель греется. Так. Лалани, пожалуйста, давай эффективнее работай. Рев нажал, чтобы она эффективнее работала. Опа, ты куда идешь? Несет еду в дом. Потом поднесешь. Нам надо грохнуть ее. Так, так, так. Зажать. А что не работает? Ресурс мешает. Давайте ее так с руки. На. С копья. А, это чудо. 5 нажал, это танцы какие-то. Это типа, наверное, настроение повысилось, смотрите. Вот видите, настроение повысилось. Пятерка, это, короче, настроение повышает. Греется. И у нее тоже повысилось. Ну-ка, еще раз. А шестерка что делает? А? Шестерка что делает, непонятно. Блин, здание, что там? А вот она горит. Никто не тушит. Построить они колодец не могут, потому что нет ресурсов, нет камней, нет сена. Да, куда идешь? Пошла ресурс добывать. Давай тебе гонг дам, чтобы ты эффективнее работала. Давайте, быстрее бы ребенок родился. Чтобы у нас поселение начало расти. То очень медленно все происходит вначале. Ну, это даже интереснее, наоборот. Несет ревно. Так, иди-ка сюда. Что-то у нас тут животных много ходит, еще заразит нас. В игре вроде животные могут заразить болезнями, если вот рядом будут ходить. Все. Смотрите, гонг дал, как оно быстро начало идти. Видите, как это работает эффективно. Поэтому в первом начале всегда надо вот гонг использовать, если вы начинаете вот с двух человек играть. Намного будет эффективнее работать люди. Еда пока есть. Дрова есть, чтобы топить. Это основное, то, что нам нужно. Случайно нажал. Все. Ты куда пошел? Че он несет в хранилище? Стопэ.
Так, можно нажать. А, он мясо несет. Пошел домой, еду отнес. Пошел добывать камень. Молодец, как раз нам камень нужен. Блин, пожар. Как зимой пожар начался? Непонятно. Об камень. Искра пошла. Зимой, да? В реальности, вот, ну, понятно, то, что у них как бы крыша и сено, она легко загорается. Ну, как это зимой он мог загореться? Вот непонятно. Непонятно. Как такое происходит? Вот радиус лачуги собирателя. Охотничий домик достраивают. Как раз будут. Будет у нас один охотник, который будет всю эту живность убивать, и у нас будет мясо. По правде, вы бы лучше колодец достроили, а то у нас здание сгорит. Зимой они менее эффективно работают, потому что они ходят в дом, чтобы погреться. Уже 23 года им было по 20 вначале. Вот это, как я понимаю, их возраст. А здесь один год прошел, а тут у них 3 года прошло. Прикольно, да? Вот так вот бывает. Блин, опять волк приперся. Так, еду положи. И иди сюда. Тут что-то животных расплодилось. Пиу. Кабанчик тоже. Пиу. Пиу. Медведь сюда идет. Здесь вроде нет того, чтобы животные нападали. Это странно. Могли бы сделать. Блин, еще один медведь сюда приперся. Медведь, ты задолбал уже. Хорошо, что амбар не загорелся. О, я какой-то... Нажимаю тап, и вот такая фигня происходит. Типа показывается, вот где что находится. Колодец недостроенный. Чё ты там лачугу-то достроить не можешь? Давай-ка быстрей. Я знаю, почему они плохо работают. Потому что инструментов нет хороших. Только самое ржавое дерьмо у них. Самый ржавый топор. Самая ржавая кирка. Как-то вот так. Let's go. Погнали. Тинь-тинь-тинь. Короче, лачуга у нас так и сгорит, я как понял. Ни хера не строит этот колодец. Можно приоритет где-то задать тут. Я знаю. Вот. Выберите территорию для повышения приоритета. И, например, колодец, да? Хоп. Ну, посмотрим, поможет ли это. Камни нет. Камень вот, но не добывают. Камень отмечен, как бы. Просто добыть надо. Вот она пошла добывать камень. Медведи, надоели они мне уже. И это загорелось. Вы что, угораете? Зимой все горит. Нормальная игра, короче. Игра, ты головой думаешь своей, нет? Своими программками. Короче, колодец надо строить в первую очередь. Нахрен он тогда построил? Еще это горит как быстро, смотрите. И чё, я приоритет повысил, но никто... О, наконец-то строит колодец. И то, видите, она бегает туда-сюда. Давай быстрее. Пожалуйста, быстрее работайте. Ой, как они мне надоели. Ну иди построй уже, пожалуйста, колодец. Чё, блин. Такие.
Строй давай. Быстрей строй нафиг. Ура! Ура, товарищи! Источник воды, который необходим для полива садов и полей, а также для водопоя домашних животных. Отушить. Потушить можете, нет? Почему они не тушат? Опять я что-то не понимаю в этой игре. Короче, так у нас здание сейчас горит, да? Давайте попробуем повысить приоритет. Вроде это не работает ничего. Подсказки. Вот пожар. А, устанавливаются дома в низинах, меньшая вероятность удара молнии в здании. Если молния ударит в здание, оно загорается, и вы должны как можно скорее его потушить водой из колодца. Поэтому в каждом поселении всегда должен быть минимум один колодец. Понял, это, короче, молния, да, ударила? Просто это не видел. Где у нас люди? Греется он. Иди пожар туши, блин, греешься ты. Как это делается? Все надо вручную делать. Тушить. Ну что там потушил? Еще что надо? Тушить. Ну-ка. А, 9 надо, да? Сейчас он что сам будет? Тоже пошел тушить. Наконец-то начал делать нормально. Тушит пожар. Давай, давай, туши быстрее. Несет еду в дом. Какой нахрен еду? Туши пожар, алло, дядька. Хочу. Мы ресурсы потратили, чтобы... Ой, я нечаянно выбросил. Чтобы построить эту... Это здание, дом охотника, а он не ту хочет тушить. Давай быстрее туши. Куда пошел? 5. Давайте, что-то он не хочет работать. Пошли тушить. Не знаю, как они зимой воду добывают. Обычно... Блин, куда я брос нажимаю? Неправильно. Кстати, я нашел вот слева... Слева вверху показывается вон еды. Еда. Инструментов у нас нет. Одежды нет. Самый сложный уровень, что поделаешь. Лиса что-то у нас не умирает даже. Все? Все, потушили. Ура, товарищи. Наконец-то первый пожар потушили. А, теперь она его ремонтирует, да? Только тут не показывается. Состояние дома. А это что получается? Ремонтировать нельзя. Получается, удалить надо, да? Если я его удалю, с него ресурсы какие-то выпадут. Запасы печечного топлива на исходе. Колодец завершен. Лачуга запущена. Процедура сноса. Что там по дровам? О, реально, дров нету. Вот сюда надо одного отправить. Строитель пока у нас, пускай там будет.
вот этот строитель, короче, разбирает. А женщина у нас будет дрова делать на зиму. Бревна есть, чтобы дрова делать. Так, давайте лимит поставим. Где-то, наверное... Сколько нам бревен пока нужно? 100. Вот, пускай 100 бревен будет. Да, 100. Дрова. Из одного бревна 3 дровишки получается, как я понимаю, за минуту. Вот-вот она начала делать. Давайте. Опа, что за глюк был? Сейчас пока не разобрался до конца в игре. Пошел кушать. Сейчас если так зайти. Вот. По сытости можно посмотреть. Это что, он типа две еды покушает? Фиг его знает, непонятно. Только тут не пока... Вот она, видите, немножко проголодалась. Делает бревна для печки, для отопления. Так, что тут? 13 бревен или одно бревно, 13 дров получается. Фиг его знает. Сейчас ускоримся, посмотрим, сколько бревен будет. Ой, сколько будет дров. Нифига не так долго. Да, 13 дров с одного бревна получается, как я понимаю. Опа, медведь пришел. Сюда иди. Даже два медведя. Ты что там нашу еду хаваешь? Охренел. Ладно, остальное пофиг. Сюда можно охотника поставить, тогда строитель нам не нужен, да? Что у нас по еде? Вот, вот сюда. Пускай будет охотником. Получается, один охотится. Это он типа ремонтирует, да? Только что-то не показывает, то что... И мясо нам пока сколько надо? Где-то 200, да? Пускай 200 будет. Вот. Типа он 200 мяса добудет и перестанет охотиться, как я понимаю. Да что он там постоянно ремонтирует, я не понимаю. Охотиться ты будешь? Игра забаговала, что ли? Смотри, опять ремонтирует. Что за бредятина? Что там ремонтирует-то? Сейчас он опять пойдет ремонтировать, да? Вы видите этот прикол? Он постоянно ремонтирует. Придется это здание разрушить. С него мы что-нибудь добудем, нет? Ты будешь ремонтником у нас. Так, охотник убираем тогда. Ставим ремонтник. Вот это бред, конечно. Игра глюканула. Теперь он чем занимается? Че он там строит? А он ее обратно строит? Или разрушает, наоборот. Где ты там? Блин, мы сейчас по еде так просядем. Давайте, короче, рыбную ферму поставим. Мне что-то это уже все надоело. Хотя...
Хотя давайте хижину просто охотника по новой поставим. Площадь. Вот сюда можно поставить. Придется перестраивать, раз игра глюкнула. Так, получается один строитель, и она делает бревна. В принципе, сейчас уже бревна не можно не делать. Лето началось. Пусть построит лачугу. Добыть еды. Или давайте поохотимся, чтобы у нас еда была. Пинг. Сейчас поохотимся. Пинг. Пинг. Так. Так, 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 так. Кабанчик, иди сюда. Пинг. Ой, блин, промазал. А, нет, попал, смотрите-ка. Пинг. Кабанчик это для мяса, медведь это для шкуры. Нам шкура не нужна. Это такая лачуга. А вот еда. Все, давайте. Пускай сама работает. Надеюсь, с голоду не умрете. Так, куда она пошла? А, шкуру брать. Сейчас вот так. И вперед с песней. Смотрим. Шкуру тащит. Хоп. Пошла покушать. Пошла еду таскать. Хоп. Еще еду. Куру пошла тащить. Интересно, когда дети появятся? О, мясо. Все, с голоду не умрем. Это хорошо. Чего она все таскает? Еще мясо. Еще мясо. Ууу, живем. Просто ништяк, я наохотился. Пошла кушать. Так, где у нас второй Халил? 24 года. Несет еду в дом. Понял. Давай это чтобы побыстрее ты это все сделал. Игра немножко глюканутая, конечно. Видели, он обратно пошел в амбар зачем-то, а не домой. Здание разрушено. Ёж, как темно. Фонари, кстати, очень слабо как-то светит. Можно еще где-нибудь около колодца поставить фонарик. Так, стопы. Фонарик, фонарик, фонарик. Вот так, да? Так нормально будет. Оп. Так, еда есть, бревна есть, точнее дрова. Сейчас у нас весна. Вот это дерево мне вообще не нравится. Давайте его срубим. Мешается тут. Это тоже можно срубить. Так, что нам не хватает? Камень не хватает, 6 штук. Сена хватает. Камень нужно. Добыть камень. Так. Что-то тут у нас вообще нет камня. Вот 2. 10. 12. Раз вроде.
Даже там 6 хватило бы. Вот такое у нас пока какое-то поселение. Вот он фонарик начал строить. Фонарик это, конечно, не обязательно. Это можно и потом построить. У нас и так народу мало. Ожидается пополнение. Ура! Ура, товарищи! Скоро ребенок родится. Даже ускоримся, чтобы быстрее родился. Все-таки они успели как-то зачать ребенка когда-то. Но здесь это в игре не показывается. Тут даже в домике кровать не показывается. Могли бы сделать. Еще странно то, что дверей нету. Как бы зимой холодно же. Нужны двери. Вот, получается, дверей нет. Кровати нет. Есть столик, где можно покушать. Есть печка. Все. Могли бы и кровать поставить. Разработчики игры. Опять медведи. Так, что она стоит, ничего не делает? Непонятно. Почему ты камень не добываешь? Может, потому что он строитель. Посмотрим, куда она идет. Что-то она ничем не занимается, не понимаю. Странная. А может, ты тоже беременна? Фиг его знает. Эй! Игра глюканула, да, походу? Все. А нет. Что это было? А, игра на паузе была, вот что это было. Так, несет еду. Рыбу несет. У нас, кстати, шкура есть. Ну, как одежду делать? Это надо строить отдельное здание, потом будет опять. Так, он что тащит? Камень тащит, хорошо. Давайте пока сами будем животных убивать вручную. Беременная женщина вышла на охоту. Медведя. На, получай. Ух ты. Ты чё тут меня пугаешь? Кого еще мы тут застрелить можем? Давай. Видите, она сама тащит. Молодец. Так, строитель нужен. Строитель, строитель. Один строитель пусть будет. И один пускай бревна делает. Не работала. Надо вот так эту фишку поначалу использовать. Потом, когда уже человек 20 будет, и уже можно этим не пользоваться. А, блин, я неправильно поставил, смотрите. Дорогу разрушилась. Фонарик неправильно поставил. Все. Разрушим, перестроим. Так, пока вот как-то так. Давайте на этом будем заканчивать эту серию. Увидимся в новых сериях. Всем пока.